Много у нас сегодня получилось в игре, кроме счета. Один удар нашего ворота привел к, могу даже это назвать ошибкой, привел к такому результату. Имели мы преимущество, два тайма, владели этим реальным игровым преимуществом. Единственное, что не хватило в завершающей стадии, это хладнокровие. Много моментов было у нас подводящих, подходящих, чтобы реализовать, забить гол. Но это футбол, это жизнь. Будем двигаться дальше, прикрыть команду, конечно, тяжело прикрыть команду, но нам противостоял серьезный соперник, которого мы, можно сказать, проиграли. Самое красивое в спорте, в футболе, это счет, к сожалению, который не в нашу пользу, поэтому поздравляю Рух с победой. Ну, чувство, конечно, какое-то положительное, провел здесь хорошее время, когда играл за Неман, поэтому как бы в этом плане все хорошо. Ну а что касательно игры, то, конечно, многое не получилось. Ну, я и понимал, в принципе, что после энергозатратной игры с Батэ, где мы, по сути, вытащили матч, хотя не сказал бы, что там первый тайм плохо играли, в принципе, хорошо, все должно забивать. Ну и поэтому в плане эмоциональном, конечно, очень не хватало сегодня. Все-таки столько эмоций отдали. И видно было по ребятам, пытались их встряхнуть, насколько возможно это получалось. Но плюс опять забили быстрый гол. В принципе, в других играх мы его забивали. И он с нами как бы не совсем, наверное, в лучшую сторону на нас влияет. Как-то чуть-чуть такое другое состояние. Тут появляется какая-то уверенность уже в победе или что. Но Гродно — это серьезный соперник. Поэтому тут надо понимать, что один забили, конечно, нельзя было останавливаться, но как бы доволен победе, что так закончили, что так получилось. Советского сегодня выпустили в стартовом составе. Ну, в предыдущем матче не было его, почему? Потому что именно не он? Не, у него была травма, он там пропустил, поэтому был на замене, но сегодня, конечно, это ж Неман, его болельщики, я слышал, там его поддерживали, кто-то по-разному поддерживали, скажем так. Фигура для Гродно, поэтому был на этом как бы такой момент. Ну, забил гол, не засчитали, там ни игры было, не было, не знаю. Ну, в принципе, скажем так, еще лучшие кондиции ему нужно немножко после травмы поднабрать.